Типа дом Генриха Новорского. Очередная улица Д'Артаньяна. Он здесь, конечно, пожалуй, в самом большом почете в Гасконе. Это столица Гаскони, да? Да, ну, грубо говоря, центральный город, да? Совершенно верно. Абсолютно верно. Святой Рок. Вот та самая собака, вот раненое бедро. Где-то велордизм, вон смотрите. Тамплиерский ангел светкой вот здесь запечатлен. Где мы в Европе такие храмы видели? Пока нигде, только здесь. То есть такой путь мы видели только здесь. То есть, по сути, когда мы говорим, что у этих есть и Архангел Михаил, то сверху вниз, и снизу вверх, да, то здесь нету Георгия Победоносца. Здесь только сверху вниз. Путь Архангела Михаила, но Архангел Михаил спускается ниже, может спускаться, а эти вот все ограничено третьим, они ниже не спускаются. Странная такая формула.
Никогда не видел. Да. Вот у нас семья. Человек и пошел. Угу. Они, Леха, не поднимаются, они спускаются. Кто? Вот они. А у них нет подъема наверх. Они такими рождаются и спускаются вниз до третьей ступени Розенкрейца. То есть тут путь задом наперед. Здесь нет ни одного символа подъема наверх, только вниз. То есть оттуда сюда, как на парашюте спустился, и ниже не опускаешься. И ниже не опускаешься. Да, и ниже не опускаешься, да. Ты можешь туда наверх, но ниже Розенкрейца, третьей ступени не спускаешься. Это как щуп опущенный, как рука Господня опущенная вот с этого, с небес. В Калабрии они и вверх, и вниз спускаются, в два вектора спускаются. Там приоритет Архангел Михаил, но если мы же знаем, есть случаи и обратного движения, как бы, да, и люди авторитетные, как бы, да, а здесь нет, то здесь только вниз. Потом как на веревке наверх, но опять вниз, но не ниже третьей ступени. Тык, вот как на веревке, зависает, как будто на этих, на помочах. А откуда спускаются? А вот откуда? Оттуда. Вот оттуда. Оттуда, да? Оттуда, да.